Афанасий Павлович. Здравствуйте. Слыхали, какая сейчас история вышла? Нет. А что? Уборы, ей-богу. Значит, вышел наш управляющий на улицу. Ну, хорошо. А сами знаете, гололедица нынче, будь здоров. Вот управляющий сделал шаг и поскользнулся. В каком смысле поскользнулся? Это в обыкновенном. В каком? Да. Ну вот, поскользнулся и инстинктивно, знаете ли, взмахнул рукой для равновесия и... Не вижу ничего смешного. Нет, обождите, увидите. Да, взмахнул, значит, он рукой. И как нашего Карпентьева? Кого? Да Карпентьева, ну, из строительного отдела. А. Вот, и вот этого Карпентьева как ударит по шее наотмашь. Ой, уборы. Вот это да. Ну, а Карпентьев что? Карпентьев что? Что да. Карпентьев? Он с ним стоит, разговаривает там с кем-то, и вдруг, бац, получает по шее, раз. Карпентьев поворачивается и видит, и это ударил его сам управляющий. Ой, умора. Умора, ну, да, ну, а управляющий что? Управляющий, ну что? Ну, известно что. Извините, говорит, товарищ Карпентьев, я вас нечаянно задел. Куда вы, Василий Павлович? Я, извиняюсь, тороплюсь. Василий Павлович! Другой раз договорились. Василий Павлович, чудак, ей-богу, побежал, словно ненормальный. Анна Никанорна, наше уважение. Привет, Василий Павлович. Здравствуйте. Слыхали, Анна Никанорна? Нет. Что у нас в конторе-то делается? Управляющий наш, хорош голубчик, только что вот собственноручно избил на улице Карпентьева из строительного отдела. Посмотрите, как это? А так подошел и по шее его, по шее. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, за что? Думаю, за его выступление на активе. Карпентьев, если помните, позволил себе критиковать наш баланс, а управляющий не такой человек, чтобы примириться с критикой. Ну, выбрал, значит, момент, подошел и, в общем, рассчитался. Какое безобразие! Ну, куда же только смотрит Мистко? Да, да. Ну, я пошел, мне некогда. Пока, пока. Василий, куда же он? О! Лизавета Корнеевна, вы слышали, как они с ним расправились? Кто? С кем? О, вы ничего не знаете? Нет. Ну, мне сейчас же рассказал Василий Павлович Трухин. Угу. Оказывается, наш управляющий накинулся на Карпентьева из строительного отдела и нанес ему побои. Ну, а председатель мискома стоял тут же и еще, знаете ли, от себя нападал. Какой кошмар! Это говорит тебе за критику управляющего, а это говорит за нападки на местком. Какой кошмар! И неужели Карпентьев ничего не смог сделать? Я думаю, он пытался сопротивляться. Тем более, что вы знаете, что Карпентьев всегда ходит с палкой. Но тут, можно сказать, двое против одного. Какой кошмар! Ну и нравы у нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сергей Степанович, вам известно уже? Что именно? Нет, вы только представьте себе. Ваш-то скромник Карпентьев из строительного отдела. Не то в милиции, не то в приемном покое больницы. Карпентьев?
За что? За что? За то, что напал на нашего управляющего и председателя месткома. Сразу на обоих и тростью, их тростью. Тростью? А вы как думали? Вот они, ваши тихони. Спасибо, тут случился милиционер. Дал свисток, вызвали наряд. Позвольте, позвольте. Вот они идут вместе, Карпентьев и наш управляющий, и спокойно между собой разговаривают. А вы говорите, милиция, больница. Тихо, тихо. Ну, они сами еще не знают, что между ними произошло. Давайте лучше уйдем. Тихо. Вы на цыпочки наступайте.